Здравствуйте, дорогие мои сограждане, дорогие друзья. Я сейчас вот в центре Падуя на Пьяцца Синьори в ресторане «Бывший кофлер», который прямо-прямо на Пьяцце. Я вам хочу показать вечернюю Падуу, как все кушают на улице, потому что в ресторане пусто. Вы помните, я много раз показывала Пьяцца Синьори, где я пила кофе в кондитерской, на вынос давали кофе. Смотрите, какой. Внутри никого нету, потому что люди боятся есть внутри ресторанов. Вот такой вот отдельный салотто. Потому что внутри ресторанов закрытый воздух. Все сидят на улице, благо очень хорошая погода. Сегодня был первый солнечный день после субботы, после дождей. Здесь можно есть все, рыбу, пиццу, мясо, все, что хотите. Все здесь есть. Есть и всякие дольчи. Всем желаю здоровья и добра. Граппа. Видите, как Пьяцца Синьори. Полным-полно.